проснулась. Можно начинать, да? Отлично, ты проснулась. Я уже давно проснулась. Меня зовут Ирина Дмитриева. Что? Все тебе передаю. Слово. Окей. Меня зовут Ирина Дмитриева. Я инструктор кундалини-йоги. Это такой отдельный вид йоги, довольно сильно отличающийся от остальных видов. Но сегодня утренняя практика, мы внесем в нее элементы, да, кундалини, вот, и сделаем много. Я люблю мешать разные традиции, разные упражнения. В общем, сделаем такую практику для утра. Что еще вам хочу сказать? В основном будем стоять, потому что чтобы не замерзнуть мне. Вот. И что еще? Что я делаю? Можете зайти на мой аккаунт, там я еще готовлю. Вот сейчас готовятся вафли у меня на плите. Ну что, давайте начинать. Любая практика йоги, ну, для меня, особенно утренняя, должна начинаться с дыхательных упражнений. В йоге это называется пранаяма. Вот. И сегодня я предлагаю вам подышать довольно активно. У нас будет такая практика, состоящая из, наверное, сколько у нас, 3 части, да, для того, чтобы разогреться и немножко легкие открыть утром и начать хорошенько нам дышать в йоге. Итак, первая часть практики, первая часть пранаямы, я встану к вам боком, чтобы было видно. Да, мы будем вместе с движением плечей будем открывать грудную клетку, отводить руки назад и плечи назад, и затем закрывать ее. Вдох, открываем клетку, выдох, закрываем. И вот такое вот движение с активным дыханием через нос. Вдох, выдох, вдох, выдох. И руки, да, помогают, они немножко как бы раскрывают, да, они прямые, и раскрывают нам грудную клетку. Это первая часть, она выглядит вот так. Мы будем делать ее довольно активно. Да? Понятно, да? Хорошо. Затем вторая часть, мы делаем вдох, да, мы сделали несколько вот этих вот движений. Делайте по своему усмотрению, мы будем стараться делать не очень долго, чтобы это не было слишком напряжно. Делаем это движение, затем делаем вдох, наполняем грудную клетку воздухом, плечи опускаем вниз и задерживаем дыхание. Важно, чтобы наша грудная клетка была наполнена воздухом. И следующая часть упражнения, мы будем поднимать плечи вверх. Вдох, выдох, вдох. То есть на задержке дыхания мы будем поднимать плечи вверх. Это вторая часть, да, затем мы делаем. После этого мы делаем полный выдох. И поднимаем руки вверх и опускаем вниз. Да, сейчас кажется, что это сложно. На самом деле все это не так сложно. Давайте попробуем. Для начала мы выстроим позу. Да, мы встаем хорошенько, я пока в теплых носках. Встаем хорошенько, да, на коврик, чувствуем всю стопу, да, попереминайтесь с ноги, с носочков на пятки. Угу. Сбоку на бок, угу. И найдите свой центр, найдите центральное положение, подтяните сейчас вместе со вдохом, поднимите вниманием по всему телу и подтяните вместе с этим коленочки, ягодицы, втяните живот немножко, да, вверх, грудную клетку открываем, тянемся макушкой вверх, такое положение в тонусе с одной стороны, но с другой стороны тело дышит, да. Хорошо, мы встали в исходную позицию и начинаем сначала движение плечами вперед и назад. И начинаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Дышим активно. Выдох, вдох. Расправляем плечи, набираем грудную клетку воздухом.
Задержка дыхания и начинаем поднимать плечи и опускать вниз. И выдох вниз. Руки вперед. Поднимаем руки сейчас наверх. Тянемся хорошенько, хорошенько вверх. И через стороны с выдохом опускаем вниз. Ага. Катя, это ко мне вопрос, нет? А, окей, хорошо. А, давайте еще два подхода таких сделаем, да, коротеньких, небольших. И давайте еще раз подтягиваем все тело. И начинаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Выдох, вдох, набираем грудную клетку и начинаем движение плечами. Руки прямые, оттянуты. Может создаться такое не очень такое ощущение в плечах. Постарайтесь его понаблюдать за ним. Хорошо, выдох, вперед руки выводим. Полный выдох. И поднимаем руки вверх. Со вдохом, с выдохом опускаем вниз. Хорошо. И последний подход, чтобы мы очень хорошо разогрелись. Давайте еще раз подтягиваем все тело. И начинаем. Вдох, выдох, вдох, выдох. Выдох. Вдох. И на задержку дыхания плечи. Выдох. Поднимаем руки вверх. Тянемся хорошенько со вдохом. И выдох через стороны руки вниз. Хорошо. Хорошо. Ноги чуть разводим в стороны. Руки заводим за голову. Переплетаем пальцы за головой. И несколько движений грудной клеткой. Опускаем голову вниз. Немного скругляем спину. Локти друг к другу. Выдох. И затем вдох. Раскрываемся в стороны. Несколько движений для головы, для плечей, для верха спины. При этом не прогибаемся в спине внизу, да? Копчик подвернут. Хорошо, еще несколько раз. Вместе с дыханием вдох, выдох. Вдох, разводим руки в стороны, локти в стороны. Ага. Хорошо. И последний раз вдох. Задержите дыхание. И с выдохом опустите руки вниз, потрясите руками, ногами. Сделайте такую трясучку. Ага. Расслабьте грудную клетку. Да, мы сейчас хорошенько ее проработали. И сейчас будет такое упражнение. Мы будем поднимать коленки вверх, да, при этом не сгибаемся, да, корпус прямой, как будто мы шагаем. И противоположная рука наверх. То есть левая коленка, правая рука. Руки прямые, колени, ноги согнуты. Ага, и шагаем. Хорошенько, хорошенько шагаем. Вместе с дыханием синхронизируйте движение. И дыхание. Это у нас такое упражнение сразу и для верхнего плечевого пояса, и уже для ног, для тазобедренных суставов, и плюс немного баланса.
Да, мы сейчас балансируем по диагонали. И обращаем внимание на дыхание. Не убегаем мыслями в другую сторону. Ага. Еще немножко. Хорошо. И постепенно замедляемся. И останавливаемся. Ноги на ширине плеч. Попереминайтесь немножко. Восстановите дыхание. Хорошо. И сейчас чуть-чуть присогните коленки и начните. Бедра у нас остаются на месте, а верхнюю часть тела мы начинаем скручивать и помогаем себе руками. Да, руки как плети у нас заворачивают в одну и в другую сторону. Летают, так как качельки помогают нам сделать скрутку чуть более и сильной. Начинаем двигаться. Тело начинает двигаться по инерции. И при этом все время тянемся макушкой вверх. Да, в скрутках очень важно, чтобы позвоночник был вытянутый, чтобы каждый позвонок скручивался в свободном пространстве, не давя друг на друга. Еще несколько раз. И можно сейчас, знаете, добавить, немножко ударять себя по вот нижней части ладошками. Хлопайте немножко себя. Старайтесь ударить по противоположной ягодице. Хорошо. И замедляемся. Замедляемся. Хорошо. Отлично. Это сделали. И делаем. Соединяем ноги вместе сейчас. Делаем глубокий вдох. Поднимаем руки вверх. Потянитесь вверх. Хорошенько, хорошенько отодвиньте каждый позвонок друг от друга. Плечи опущены. Макушка тянется вверх. Вытягиваемся в длинную-длинную линию. И смотрите, что будем делать. Я тоже повернусь к вам боком. С выдохом пригибаем колени. Чуть-чуть, да, приседаем. И опускаем корпус открытой грудной клеткой вниз. Так, чтобы корпус положить на переднюю часть ног. Опускаемся вниз. И затем, скругляя спину, поднимаемся вверх. Такой волной, да, у нас получается. Вдох. Наверх тянемся. С выдохом. Опускаемся вниз. Скругляем спину, поднимаемся вверх. Да, немного такое тягучее упражнение. Представьте себя океанской волной. Не торопитесь, делайте в своем режиме. И вместе с дыханием, со вдохом поднимаемся. С выдохом вниз. Последний раз. С выдохом опустите руки вниз. И еще раз расставляем ноги в стороны. Попереминайте, почувствуйте свои бедра сейчас. Подвижно. Сейчас мы на верхнюю часть позанимались немножко. Мы оставляем ее в покое, теперь ее фиксируем. И теперь работаем с нижней части. Да, и с нижней части начинаем делать вращение тазом. Хорошенько по кругу. Притом верхняя часть остается совершенно неподвижной. Да, попробуйте разделить свое тело на две части. Тоже такое медленное движение. И в другую сторону. Хорошо, и сделайте несколько восьмерок. Да, немного в другой плоскости.
почувствуйте движение, да, не только в бедрах, но еще и вот в прикреплении бедра к паху. Хорошо, и замедляемся. Постепенно останавливаемся, разводим ноги еще в больших сторонах. Хорошо. Разводим руки в стороны, тоже ноги и руки, как звездочки. И начинаем наклоняться к одной ноге, с прямыми ногами по возможности, и к другой. Вдох наверх, полностью выпрямляемся, тянемся макушкой вверх, выдох, вниз. Ноги в этом упражнении сильные, почувствуйте их силу. Да, мы сейчас только идем на скручивание, ноги держат. Мышцы ног удерживают хорошенько позу. Хорошо. И последний раз. Наклоняемся, разводим руки в стороны. И медленно-медленно опускаем, сгибаем колени, разводим их в стороны, опускаем таз вниз. Руки оставляем в сторонах, там можно прям широко расставить ноги, и сидим. Разводим ладошки, поднимаем в сторону, как будто мы что-то удерживаем, радугу на ладонях. Дышим. Да, знаю, сейчас становится тяжко, опускаемся еще чуть ниже. Еще немножко. Держимся. Хорошо. Опускаем правое локоть на правое колено и заводим руку в бок. Удерживаем баланс. Хорошо. И переводим в другую сторону. Тянемся, растягиваем боковую поверхность тела. Хорошо. И возвращаемся. Поднимаем, распрямляем ноги, соединяем их вместе. И потряситесь немножко. Да, сбрасываем все напряжение с ног, с рук. Сейчас такое свободное движение. Попробуйте подвигаться так, как вам сейчас этого хочется. Вот то, что хочется расслабить, то и расслабьте. Хорошо. Отлично. Соединяем ноги вместе. Встаем. Так, моя собака все еще хочет выйти. Руки опущены вниз. Поднимаемся на носочках вверх и бросаем тело вниз. Вверх, вниз, вверх, вниз. Угу. Также, да, все подтянуто. Таз подтянут, живот подтянут. Угу. Тянемся макушкой вверх. Продолжаем. Еще немножко. Хорошо. Еще немножко потрясите ногами. Отлично. И сейчас немножко мелкой моторики добавим. Да, попробуйте сейчас поражимать пальцы, да, из кулаков, да, и движение от кулаков только пальчики. Как будто мы хотим сбросить с пальцев воду. И вместе с этим движением поднимаем руки наверх, опускаем вниз. Продолжая разгибать пальцы. Угу. Угу. И последний раз. Отлично, стряхните руки. Ага, хорошенько.
Отлично. Выводим левую руку вперед. Теперь у нас тело мы немножко разбудили. Теперь нам нужно разбудить чуть-чуть мозг. Левую руку выводим, ладошка как будто говорит «нет». Правой рукой тянем на себя ладошку, как будто растягиваем, да, переднюю часть ладони. И затем опускаем, переворачиваем ладонь, опускаем ее вниз и тоже натягиваем. И затем опускаем к бедру, к противоположному. Сейчас немножко вас запутаю, да. Вместе с рукой, Микатюш, вместе с рукой. И затем из этого положения поднимаем руку другую уже вверх. Сейчас я же сказала, зарядка для мозга. А теперь переворачиваем вниз, натягиваем. И опускаем к другой. Сейчас подойду к вам поближе, чтобы вам было видно. К другому бедру. Из этого положения поднимаем вверх левую руку. Вниз. И к бедру. Вверх, вниз, к бедру. Поднимаем вверх, вниз, к бедру. Вверх, вниз, к бедру. И теперь потихонечку убыстряемся. Если путаетесь, ничего страшного, это нормально. Это как раз мы сейчас задействуем наш мозг. Да, немножко даем ему зарядку для того, чтобы проснуться, скоординировать движение. Ну и, конечно, разминаем хорошо тоже наши руки, запястья. И еще чуть быстрее. Молодцы.